Спокойно. Не суетись со мной. Дотерпела, спокойно остановила. Молодец, хорошо. Ксения выступает на Дарлее уже порядка 2 лет. Мы с ней вместе работаем. Вот нашла она такого коня себе. В прошлом он был конкурный. Сейчас они понимают друг друга, так сказать, с полуслова. Ездит на многие соревнования. Он привез ей кандидата в мастера спорта. До этого у нее был очень большой перерыв с предыдущим конем. Она не могла себе такую лошадь найти. Здесь вот появился у нее Дарлей. Очень успешно выступает. Часто тренируется, но, к сожалению, большие проблемы со стабильностью с финансовой точки зрения. Так как конный спорт очень дорогой спорт, лошади стало очень популярно, следовательно, дорого. Стабильности в этом нет, нет человека, нет спонсора, либо компании. Нам бы очень хотелось найти спонсора, потому что для Ксении конный спорт – это все. Для Ксении это жизнь, для нее это возможность передвигаться, возможность ездить по соревнованиям, возможность общаться с людьми такими, как она, то есть тоже инвалидами. Собирается очень большое количество народу. Она общается как на конную тематику, так и по своей профессии, она журналист. Но лошади, конечно, для нее многое, очень многое. И вот хотелось бы найти такого постоянного спонсора, который мог бы спонсировать как соревнования, как тренировки ее, работу с конем. Нам этого очень не хватает.